Всем привет! Вы на канале Хомяк Доволен и я Арлента. И сегодня мне хотелось бы рассказать вам о пряже Ангора Рабит. Это итальянская пряжа, моточки по 50 грамм, в упаковке 10 штук. В мотке 50 грамм 350 метров. В составе 70% пуха ангорского кролика и 30% нейлон. Рекомендуемый размер спиц от 3 до 5, крючок от 3 до 4. Возможна стирка при 30 градусах. Если посмотреть, то моточек немного пушится, но полностью вся пушистость раскрывается после ВТО. Я вязала себе джемпер из этой пряжи, посмотрите, какой он пушистый и приятный. На размер 42 у меня ушло 6 моточков, вязала в 2 нити, спицы 3,5. Очень приятная палитра, есть как насыщенные цвета, так и благородно нежные. Жду вас в группе «Хомяк доволен», ссылка в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи!